Всем доброго дня! Данный ролик подготовлен специально для сайта MashMaster.ru и канала «Все о стиральных машинах». Сегодня мы будем избавляться от пятен шоколада, которые у нас сели на футболку. Ну, точнее, здесь одно пятно такое, ну, достаточно неприятное. Значит, хуже, конечно, было бы, если футболка была белой, ну, серой. Тоже, в общем, надо еще постараться его вывести. Значит, выводить пятно от шоколада мы будем с помощью раствора нашатырного спирта 10% и глицерина. Значит, вот эти два вещества в смеси, они, значит, помогут нам от этого пятна избавиться. Как будем действовать? Значит, сначала смешаем глицерин с аммиаком. Ну, у нас здесь пятно небольшое, поэтому возьмем понемножку, где-то, может быть, в районе столовой ложки. Я на глаз лью, поэтому как-то сильно не заморачиваюсь в этом плане. Значит, и попробуем эту смесь, значит, с нашатырного спирта и глицерина нанести на данное пятно, потерев его слегка вот ватным диском. Потом мы футболку, естественно, значит, в холодной воде застираем, запихнем в стиральную машину и уже постираем, как обычно, со всеми остальными вещами. Итак, давайте попробуем это все проделать. Значит, открываем пробочку. Так, у нас тут глицерин запечатан. И добавляем, вот тут есть специальная емкость подходящая. Вот. Немножко так на глаз. То же самое мы проделываем с аммиаком, да? Шатырным спиртом по-другому. На шатыре у нас открываться не хочет. Открылся так. Добавляем нашатырный спирт. Так. Теперь перебалтываем все это дело. И поливаем нашу футболку так слегка. Запах, конечно, убийственный. Вот обратите внимание, пятна начинают понемногу сходить. То есть, ну, шоколад остается на ватном диске. Практически все тут нам удалось оттереть, видите? То есть буквально весь шоколад, он впитался в ватку. Вот обратите внимание. То есть пятна, ну, малейшие, конечно, остались. Вот здесь еще немного можно потереть. А так, в целом, уже все хорошо. Если бы не убийственный запах, который просто сносит с ног, вообще было бы все замечательно. То есть, видите, какая грязная ватка стала. Значит, от пятен шоколада мы в целом избавились. То есть посмотрите, ну, мне по крайней мере на глаз почти не заметно. Ну, тут чуть-чуть легкие такие остались, но я думаю, они сойдут после замачивания. Так, сейчас мы еще маленечко потрем. И все, и можно будет уже
футболку замочить. Я сейчас пойду замочу футболку и вернусь. Итак, мы замочили футболку, подержали ее в прохладной воде, в смеси прохладной воды и порошка около 15 минут. И теперь отжали вручную и положили в стиральную машину автомат. Сейчас мы ее постираем, прогоним на обычной программе. Быстро, ну, в данном случае вот я буду использовать программу «Быстро 30», сейчас вам покажу. И, значит, посмотрим уже на результат. Отстирался у нас шоколад или остались все-таки какие-то пятна. Давайте включим стиральную машину. Стирку, порошок я уже засыпал. При 30 градусах 800 оборотов отжим и программа быстро 30. Значит, когда машинка отстирает, я покажу результат. Итак, машинка закончила программу стирки. Сейчас посмотрим, насколько отстиралась наша футболка. Или нет, высохнет, посмотрим. Но, по-моему, следов от шоколада не осталось никаких. То есть вообще даже близко. Так, точно это место. Я даже понять не могу. Да, точно это место. Значит, следов шоколада не осталось. То есть глицерин и нашатырь, они со своей задачей отлично справились. Поэтому данный метод, которым я пользуюсь нередко, можете взять себе на вооружение. Если этот ролик был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всего вам хорошего!